Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать анимацию вращения. Видео с пушкой оставлю в описании. Приятного просмотра! Добавим окружность. Растянем его до нужного размера. Ставим камеру в начальном кадре круга. Дальше выбираем камеру. Затем нажимаем Ctrl-P. Следование пути. В настройках камеры нажимаем «Слежение» и выбираем ось. Теперь в свойствах круга во вкладке «Анимация пути» укажу 250 кадров. Поправляем модель в кадре и рендерим. Вот такая анимация получилась. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем пока.